Разве можно взъерошенный мне истлеть? Неуемное тело бревном уложить, если все мои 20 корявых лет, как густые деревья, гудят жить, если каждая прядь на моей башке к солнцу по-своему тянется, если каждая жилка бежит по руке неуловимым танцем жить. И взорваться ветрами в клочки, жаркими листьями на зим сыпаться, только бы чуять артерии толчки, гнуться от боли, от ярости дыбиться. Сейчас попрет творчество Ахы Стаховой. Молитва. Господи, как мне хочется все успеть. Лень победить свою и ничтожный страх. Как бы мне не проспать и не просмотреть то, что могу держать на своих руках. Господи, как мне хочется не устать от суеты своей и ненужных дум. Как бы мне не упасть на свою кровать или еще какую-то там наобум. Господи, сохрани меня от потерь. Дай мне побольше веры хранить мечту. Я же тогда сумею любую дверь сердцем открыть и выпустить пустоту. И потеряет страх свою суета, сыщет душа покой и отпустит грусть. Господи, все расставь на свои места, и я от тебя более не откажусь. Одолели меня города, и машины, и светофоры. Увезите меня, поезда, за высокие самые горы. Я не знаю, что здесь меня ждет. Даже счастье решается в споре. Увези же меня, самолет, за далекое самое море. И как быстро бегут года. Где мой дом? Где моя опора? Где мое навсегда, навсегда? Тише, милая. Скоро. Спасибо.